Здравствуйте! Бытует мнение, что на крещение все должны оздоровиться, укрепить иммунитет, купаясь в проруби. Но! Одно дело, вы морж с 2-3-летним стажем, и это ваше первое купание в проруби. Другое дело, вы неподготовленный человек, и это также ваше первое купание в проруби. Скажу вам честно, как врач с 30-летним стажем. Друзей отговорю, а врагам не пожелаю пройти такое оздоровление. Просто не все после проруби выйдут живыми, но! Все, кто выйдет живыми, снизят себе иммунитет. Но выйдут в состояние эйфории. Просто так действуют стрессовые гормоны надпочечников. Но услышите вы мой совет или нет, это ваш выбор. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой инстаграм.